В Брянске также отметили праздник Сретения Господня. В одной из главных церковных торжеств митрополит Брянский Исевский Александр совершил божественную литургию в кафедральном соборе Святой Троицы. Раньше в народе говорили, что Сретение – это день, когда зима встречается с весной. Отчасти это правда, однако для людей верующих этот праздник несет в себе более глубокий духовный смысл. Название его символизирует встречу в Иерусалимском храме Сына Божия с праведником Симеоном и Анной Пророчицей, а в их лице со всем человечеством. Спасение человечества Бог уже совершил, для этого Он сошел с неба, теперь нам лишь остается сделать шаг навстречу. Не останемся глухими к зову Святой Церкви, ее предстоятелям, но будем проповедовать на всех перекрестках жизни, во всех местах, где мы бываем, где трудимся, учимся, не стыдиться говорить о Боге, не стыдиться говорить о Святой Церкви, но открыто, смело, мужественно